Этот детский сад особенный. Для самых маленьких в группах создан особый уют. Здесь мягкие модули, барьеры, развивающие игрушки. Как называется? Огурчик. Огурчик. Умничка. Воспитатель Марина Хайнус говорит, работать одно удовольствие, ведь у детей возраст, в котором их нужно суметь заинтересовать и многому научить. Так же, вот как мамы, в принципе, дома делают, мы пытаемся создать им более комфортную обстановку, чтобы они не пугались, мы с ними играем, строим, читаем книжки, включаем детскую музыку, то есть и пляшем. Местные власти приобрели здание за счет субсидий из краевого бюджета. Раньше здесь был частный центр временного пребывания на 45 детей. Сейчас садик рассчитан на 125 малышей. В этом детском саду будет 5 групп, 5 полных групп. И планируем, что это будет 2 группы кратковременного пребывания. До обеденного пребывания и после обеденного пребывания. Тоже для деток от 1,5 до 2 лет. Но это будет зависеть от востребованности. По выходным педагоги планируют организовать дополнительную работу кружков. По желанию малыши будут здесь учиться рисовать, петь и танцевать. Безусловно, это очень радостное событие, очень значимое событие для города Минусинска. 25 новых рабочих мест создано. Причем мы сейчас вот мы общались, на 99% это выпускники нашего Минусинского педагогического колледжа. То есть мы гарантированно создаем рабочие места для наших выпускников. Ждали, наверное, от первого ребенка еще, потому что живем в этом районе, и было бы очень удобно, что садик рядом. Все оснащено очень хорошо. Нам предоставила возможность там Алексеевна пройтись посмотреть. Мне очень понравился детский сад. Через неделю детский сад будет полностью укомплектован. Затем родители и воспитатели устроят для малышей первый в их жизни утренник. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости.